Андрей Блоховцов – водитель со стажем. Только в Одинцовской областной больнице он работает 3 года. До этого ездил на «Фиате» и «Фольксвагене». Пришло время испытать отечественную «Ладу». Масло в норме? Масло в норме. Удобный и вместительный. Теперь гараж Одинцовской областной больницы украшают 9 новеньких автомобилей. Такой подарок медучреждению сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Снаружи машины кажутся одинаковыми, но разница в оснащении есть. Носилки раскладываются. То есть... Больного грузим, да? Больного грузим и также в таком положении все это дело фиксируется у нас. Эта машина для лежачих больных. В кабине все продумано до мелочей. Держатели для капельниц, кресла для врача и санитара. В остальных 8 автомобилях сидячих мест больше. Носилки тоже есть, но мягкие и без каталки. Для амбулаторной службы это самый подходящий вариант. Часть уходит на детскую поликлинику, часть на амбулатории, часть уходит на неотложную медицинскую помощь. То есть первая и самая главная задача – доставка врача к пациенту. И при необходимости доставка пациента в учреждение, в стационар. Водителей в Одинцовской больнице достаточно, тем более, что часть старого автопарка благодаря подарку губернатора будет списана. Пандемия коронавируса сотрудников гаража не напугала. Отсидеться дома – не их вариант. Работаем, мы об этом не задумываемся. Ну, конечно, средства гигиены, там, маски и все остальное, то, что дезинфекция – машины в том числе, все это проводится. Новые автомобили не только позволят врачам быстрее добираться до пациентов, но и сэкономят время бригад скорой помощи. Они смогут сосредоточиться на экстренных вызовах. Существенную часть неотложных сотрудники Одинцовской областной больницы возьмут на себя. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».